Привет, Илюшка. Рассаживайтесь вокруг меня. Сейчас я вам буду рассказывать о былых славных временах, когда мы сражались с такими, как вы. Ха-ха-ха. Бои проходили примерно полгода назад. По ролику сами увидите, как технологичные, в кавычках, наверное, орки. И как довольно-таки непросто сражаться с винтовками, которые находятся у противоположных сторон, которые точнее в этом плане и из-за чего превосходят орков. Ну, кто знает, что орки — это орда, и всегда не берут числом, так сказать, заваливаются прям гурьбой, что противнику прям невозможно на все обратить внимание, и просто их уже изничтожают. Примерно вот так. Ну и, не знаю, я бы где-то вот раз в два месяца в подобную тематику бы играл. Так как и на проекте присутствовали роботы, там, дредноуты, по-моему, вардоги и прочие-прочие, и авиации, и танки. То есть все пробовать, миксовать это, ну, примерно, чтобы, ну, было интересно. И более-менее по балансу, но опять же, как бы... Сложно сбалансить орков, да, против других. В общем, приятного просмотра. За орду! Ура! Ура! Где твой громогласный? На север, все, пошли туда. Люди, убивать! Барбоса, ты на связи? Проклятые людишки. Кто над кем доминирует? Мы над людишками. Да, другой разговор. Людишки. Барбоса, ты с нами? Я с вами. Ну, быстрее. Ну, Барбоса, это явно. Убьем всех людишек. Кромсать, убивать. По-моему, в камнях, кто-то в камнях, левее. Или нет? Вон в камнях он ходит с правой стороны. Oh!
Ловите этих людишек! Камняк! Камняк сидит! Охренели совсем. Убивать кожаных. Вон они сидят все. Да меня видно отсюда, я даже не знаю, как это сделать. А вон там еще вон люди. Блин, конечно, можно попробовать туда побежать. Сюда вот. Было просто оружие, которое метко бьет. Супа Кеннон и флаг Адака. На связи. Босс слушает. Говорилка работает. Варбос, а какая частота у вас? Варбос. Серебряные. Чисто такие. Да, написано же в этом. На бумаге. На бумажке. Я читать не умею, Варбос. Ну давай не уделывайся тут. Понял тебя, понял? Вышел на связь. Я слышал, всячий заварил. Я не знаю, какие кнопки тыкать, босс. На самую большую, красивую. Это которая Т и В? На красный. Которая Т и В. Ваша имя К и В. Моё. Так. А ну-ка, Диан, скажи-ка мне цифры, ты у нас самый образованный вроде. Угу. Чё там? А вот, который АЖ. Который АА. Там что за такое? Ничего себе! Может его уже будем поставить? Точно! Война делает. Пока враг рисует план наступления, мы меняем ландшафт. Причём вручную. Когда враг наступает, он дезориентируется на новом месте. Так мы не выигрываем все войны. А, я ж писать не умею. Слушай, Барбос! Мне нужно на эту кнопку большую. Слыхать меня? Слышно. Отлично. Кто тут мудрила? А ну вы, покажись. Вот мудрила. Вот мудрила. Мудрила, да? Вот, вот. Да. Красно. На позиции быстро. Хорош, Варбос. Без настроения. За мной,
Угу. Принял босс. О, бомба на. Еще справа, справа на юге 170. Тут, возможно, человек внизу. Внизу, метров 200, может подойти сюда. Может больше. Вот, вот где камни впереди. Смотри, могут к камням подойти. С нашей стороны, с левой. Проклятые людишки. Живой? Внимание, люди на 110, люди на 110. Люди! Гореть! Ха-ха-ха-ха!
Лютишки! Люди! Закидали меня. Там Челентано один остался. Ну машину хотя бы сжег. Он даже убивает. Убил. Не убил. А не понял, у них вроде еще самолет должен был быть. Прилетело, да. Ну и все на этом почти. Думаешь? Да, они испугаются плотного строя и сбегут. Да, сейчас мы поляжем этим, по этим плотным строям. А наши уже с поля боя бегут. На! Сильный боец. Все, меня... Меня сзади ударили. Ну, прикольно. Но опять же, механика армы сама по себе такая. Там двое одного гоняют. Что-то красных больше стало. Жесть. Ну прикольно, да? Еще бы к этой анимации привыкнуть, как что происходит. Интересно, тут блок вообще работает? На ногой, смотри как.